вообще ни в честь не надо. Вот так вот, это на Урале так ездит, да. Вообще весело. Весело. Давай поехали быстрее. Ладно, поехали. Сейчас главное Ниву не засадить вот здесь вот. Да блин. А то Ниву нам вытаскивать уже будет нечем. Приветствую всех зрителей на своем канале. Сегодня у нас жаркий весенний день. И весенняя грязь — это вам не осенняя. Я снял несколько роликов о том, как возвращаюсь с работы осенью. Но, господа, осенью грязь одна, а весной грязь совсем другая. И весною можно засадить мотоцикл Урал, если не по руль, то по цилиндры, по карбюраторы точно, потому что земля в буквальном смысле засасывает. И если двигаться по разбитому асфальту грязно, но безопасно, а вот выехать на грунтовую дорогу в это время года будет чревато. Поэтому включаем блокировку на Ниве и выдвигаемся спасать Урал. Да-да, блокировочку лучше включить заранее, чтобы быстро проскочить грязь и не елозить на одном месте, коря себя за то, что не включил блокировку ранее. Так подсказывает мне мой опыт. Вы можете, конечно, и не верить. Утопил, блин. Вообще задница села. Я думал, выскочу еще, но не успел. Каким бы сильным и неприхотливым Урал ни был, но такое бездорожье под силу разве что только хорошему квадроциклу. Правда, квадроцикл вытянуть было бы, наверное, сложнее. Залезаешь через коляску? Давай! Ступай смело! Не провалится. Садишься за руль. Руль вправо. Выворачиваешь на полянку. Рули двумя руками. Одной толкаешь, второй тянешь. Ну что, готово? Сейчас я попробую дернуть. Ты в деревне живешь, как ты грязи такой не видел? Да ужас какой, да ты посмотри на это. Я думал, сейчас об снежок почистить. На Ниву засадить будет сложнее. Почему? Все-таки полный привод. И колеса не лысые. Приезжайте к нам, гости.